Активисты местного отделения партии «Единая Россия» проверили качество очистки от снега дорожек и тротуаров, расположенных возле школ округа. Как рассказал депутат Совета депутатов Одинцовского округа Ирина Грабарчук, в Одинцово комиссия посетила 6 школ. Тротуары и пешеходные переходы очищены должным образом. Наледь оперативно посыпают смесью соли и песка. Кроме того, контрольные рейды прошли рядом с Успенской средней школой, а также вблизи Захаровской и Шараповской школ. По результатам проведения инспекции замечаний к содержанию территории нет. Регулярный мониторинг будет продолжен, сообщили единороссы.